Здорово, ребят! Сегодня, короче, подъехал новый режим в Gartic Phone. Сегодня мы будем делать не просто рисунки, а целые анимации. Так что обязательно ставь большой палец вверх, подписывайся на канал, жми колокольчики, на стримчики приходи. Среда, пятница, воскресенье в 15:00 по МСК. Ссылочка на Twitch внизу. Давай, короче, поехали! Что получится, то получится. Ай, поехали. Я не знаю, что нарисовать. А тут опа, что вообще надо? Создайте первый рисунок анимации. Я, как самый лучший аниматор всей планеты, рисую человечка по палочку. Не, если вы это санимируете, я вам руку пожму, конечно. Привет, ребят, кто приходит, здравствуйте. Ой-ой-ой. А, остается старый рисунок. И что надо сделать? Повторить, что ли, это все? Да-да. Не, повторять не надо. Не надо точно повторять? Точно? Мне кажется, надо повторять. Я повторяю на всякий случай. Я тоже на всякий повторяю. А то все исчезнет, блядь. Ну ладно, че уж, юмор, конечно, без границ, говно рисует. Все плохо, ребята, я в Копра ухожу. Я изначально Копра. Что тут еще можно добавить? Да, в принципе, все. Интересно будет, чем получится, блядь. Так, как есть. Ого, ой, что это такое? Не, по-моему, осталось. Ты его не должен обводить, ты должен, можешь его повторить, чтобы изменить. Типа анимацию дальше, да, пошла. Нормально, получается, просто отвал башки, отвечаю. Заново каждый раз нарисовать. Мы каждый раз разные. А, потом повторяться кто-то будет там все повторять. Сейчас, надо подумать. Да, я понял, как игра устроена, это будет шедевр теперь. Надо еще кадык дракону надо. О, кадык. Это он вот так смотрит, вы не поняли, он вот так смотрит. О, кайф! И дышит вверх, поэтому лица нету. О, все. Бля, ого. Все какие-то грустные сюжеты. Какие депрессионные. Сразу видно, что она мяу нарисовала. Нормально, нормально. Узнаваемый почерк. Похуй. Это такое. Ого, у меня тут жесть. Блять, слишком много разноцветных деталей. Блять, хуйня, не успел. Как пресс, сука, быстро нарисовать. Ого, бля, ого, ой, это? Что это такое? Кто-то мне тут намек на порнуху ебнул, да, я понимаю так? Вроде нормально, вроде не хуже оригинала. Блядь, ой, кровь, пениса и говно сегодня. Да, Gartic Phone, только сегодня. Чё, Артём, это я перерисовывал, Анин рисунок мне пишут, бля, Артём. Ой, изначально у меня там ужасный рисунок самый первый, я вспомнила, бля, что там рисовала, будет? Было очень ой, сейчас что-то будет. А, озвучка не надо. Ну давайте, да. Я все, прям готов вообще, давай. Извините, ребята. Так пока пришло. Легко а, все. Так, что ли, по кадрам, что ли? Мышь с кнопкой. Вот так, бля, нормально, нормально, весело. А, в конце, наверное, будет, типа. Не ешь. Думаете, в конце фильм будет? Не ешь. А чё если все так останется, то это хуйня. Да, хуя. Да, а что вы перерисовываете? Я придумывал, сидел. Тоже я добавлял много ничего нового, вот. Фуга вообще что-то другое нарисовал. Сосиску ну я тоже там. А я не понял, что это такое. Нарисовал, что он пресс качает, смотри. Вот, мы придумывали события дальше. Да, вон там, да. Чё это за сиськи у сосиски? А чё началось? А, наоборот, полезла. А, во! О, нормально. Так, нормально. Ничего не понятно. Ну, хотя сжимание прикольно происходит. Сжимание охуенно, кстати. А потом что-то там быстро все пошло. А потом что-то в рот его засунул, ему в рот. Не, ну круто, круто, прикольно. Не, в концовке заебись. Ой, дай ему наган. Конечно. О, а что вы просто перерисовали? Да. Под себя вот. Падает, падает. Это охуенно сейчас будет, я охуенно все. Давай, сделал. Давай, Фуга. Я просто спас ситуацию сейчас. Давай, смотрите. Фуга. 30 градусов, был 20. Да, увеличивается, блядь. Сейчас будет, сейчас будет. Давай, уже давай, давай. И вы ну, 40, блядь, уже 40. И врывается Фуга. Бля, хуя. Бля! Ради этого стоило играть. Ой, что-то втекли, пиздец.
пиздец, да. Я этого не помню. А, не помню. Так. Ой, блядь. Ух, пиздец, блядь. В нос. Вот, тут история нормально развивается. Я там тоже, да. Я постарался. Не, ну член красивый. Я тоже постарался. Только я заруинил чуть-чуть, я не успел меч, блядь. О, прикольно, блин, он нарисовал. Так, танцует, ну-ка. Танцует грибок. Ебать, блядь. Подумал, табуретка в него падает, нужно табуретку дорисовать. И у меня пропало. Табуретка падает. Блядь. Ну-ка, что такое? Ебать. Он с ватой в конце за хуй хватается, блядь. Да-да-да-да-да. Решил кулачить, блядь, на мертвечину. О, это сейчас будет интересно. О, я прикольно продолжу. Ух ты. О. Ай, блядь, я заруинил. А это потеряли. Бля, я видел заруинил. Падает, падает. У меня все заруинил. Не, нормально, пойдет. Не, нормально. Получил ног, ну, с опозданием упал. И руки уже отдаляются. Да, да, да. Руки, да, уходят. Что это за красность там? Ну, губки остались. Помидор какой-то, наверное. А, нормально. О, прикольно, прикольно, прикольно. Да. Яичница на пне. Да, 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 да. Нормально. Я думаю, пришел там кончил. А, по-моему, это что-то не тем станет. Или нормально? Все будет. А, нормально. Ого, ну прикольно. Вот это даже круто. Это интересно. Лайтовый. Пересолили, да. Это я помню. Гибли, да. Черт. Надо дойти. Тут я не знал, что придумать. Это все, что я придумал. Нормально, нормально. Нос вырвал. Дракула. Дракула. Стал. Грибобас, жги. Нормально. Стрелочки. Картина все это жестче становится, кривее вся такая. Хотя тут ровно уже. Движухи, движухи не хватает. Да, тут вообще все в змею превратилось. Круто! Ого-го! Ну-ка. Ну-ка. А что, он летел? Да! Он типа, да, он взмахивает, взмахивает под колесом. Да, в мир вообще в что-то другое начинает трансформироваться. Да-да-да. Как в советских мультиках всяких там бывает трэшно. Да-да-да-да-да, прикольно. Так. Ну мы с Фугой примерно одинаково рисуем. А, это страшная история, отвечаю. Это очень плохая история. Я там добавила перчинки. Да. Прошу прощения. Вот, вот это досталось, конечно, мне. Я, по-моему, доперчил, Ань. Да, я, а, нет, сейчас... Сейчас будет доперчено, доперчено будет в итоге. Собака такая. Такая. Опа! Так, вот тут сейчас так темно добавит. Блин. Ладно, это аж красиво стало. Вы персонажа Фуги из New World убили просто, изнасиловали. Ой, ну это прикольный режим. Ну, Артём поперчил, конечно. Ой, тут я чуть заруинил, но я просто решил положение головы потом изменить, не обижайтесь. Так. И кадык добавить. Да. Итак, он начинает дышать вверх, ребята. Тут, кстати, очень клёво, очень клёво. Ну я тут там добавил. Это был подбородок, Дэн. О, я клёво там придумала тоже. Ну-ка. Ждём. О, пошло, пошло. Это самолёт был. А, понял. Ты что думал там? А, испепелил человека. Ну, типа, дымок растворился. Да-да-да. Ну, прикольно. Бля, кадык убрали. А, вот кадык. Без кадыка, конечно, вообще не то. Приготовил в итоге. Ага. Ну, он собрал. Да-да-да. Самолет на тарелочке.
человечек. Так. О, да, надо интересно что дальше. Я тут перевернул игру сейчас. Я сейчас переверну игру. Все. Сейчас, по-моему. Ну-ка, ну-ка. Так ладно, откуда все пошло? Там все плохо закончится. Еще хуже все стало. О, нормально. Слезы потекли. Грустно как-то. Ну ничего, история такая. Ну ниже его опускать. Ладно, это сделаю я. Бля, кровавая. Прикольно. Зубы выпали, начал эту кровь. Okay. Вот это прям детально. Вот было, это да, прям как мультик реально. Да, да, да. О, я думал, Жига сейчас то будет, Жига. Да, Жига. Ой! Нет, тут нормально, зато смешно вроде пойдет. Сейчас, я улучшу. Сейчас, все будет нормально, не парьтесь. Почему сегодня все с жопой? Блять, он вылез, нормально спасся. Перевернул, блять. Я думала, он сдулся. Сдулся. Он тут чел в шарике. А это что? Типа он сел на него. Типа поднял. Выскочил. Ну, под говно из маржа вылезла и ушла. Все, умер мужик. Ну-ка. Так. Он как будто вылазит туда на анимации, если смотреть. Да. Страшно. Это же я был, между прочим, изначально. Так. Блять, грибопас. О, улучшается. Ой, там очень. Она растет, растет. Да, там грустно будет. Ань, почему грустно? Я там вроде нарисовал. Церковь там какая-то у тебя. А, ну я понял. Церковь. Я написал, что какашка убегает в итоге. А, да, грустно. Ой, умер. Эх, грустно, блин. Концовка охуенно сейчас будет. Она подошла ближе к камере. Она подходит, да. Блядь, сегодня какашечный, конечно, у нас заход. Да, что-то всем нечего придумать особо. Ну, как всегда в картикфоне. Начало с какашек и членов. Да, пока не, пока как бы распробуем на вкус режим. Да, прикольно получилось. Прикольно, вы заметили, как облака двигаются вправо, ебать, я только понял. Да, я специально задал тоже траекторию, все, видимо, задали. Блин, гений у пульта. Прикольно.